Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко, и мы приготовим сливочный рис с беконом. Для приготовления нам потребуется 1,5 мультистакана длиннозерного пропаренного риса, это 210 грамм, 150 грамм сырокопченого бекона, 50 грамм репчатого лука, 25 грамм сливочного масла, 2 столовые ложки подсолнечного масла, 2 трети чайной ложки соли и 320 миллилитров холодной воды. В чашу мультиварки наливаем масло. Выкладываем мелко порезанный репчатый лук, добавляем сливочное масло, добавляем промытый рис, мелко порезанный сырокопченый бекон, соль. Перемешивать не будем, поэтому соль распределяем. Заливаем все холодной водой. Перемешаем уже готовое блюдо, закрываем крышку мультиварки. Готовить буду в мультиварке Red Solution Color Cook 88 на режиме рис крупы 25 минут. В других мультиварках на этом режиме, возможно, время будет чуть больше, 30 или 35 минут. Рис готов. Теперь аккуратно можно перемешать весь рис. Смотрите, какой рассыпчатый он получается. При этом прямо обволакивающий, сливочный. В качестве дополнения к такому рису отлично подойдет любой овощной салат. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч!